Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот меренги шоколадные у Палыча, торговая марка. Вот стоили они 164 рубля в Ашане. Выглядят они вот так, не совсем аккуратно уже, раньше когда-то они очень аккуратно выглядели. Давайте ее аккуратненько порвем. Вот так вот. И откроем. Да, что у нас там с весом? Ладно, фотографии на вес и состав будет в конце ролика, потому что он находится вот тут. Вот я не могу ни перевернуть, ничего. Вот так они выглядят. Нам понадобится наша тарелочка. Да, они, конечно, не очень аккуратные. По-моему, не знаю, они всегда такими были. Тут вот прям тоже совсем такой разломался. Тут давайте вот этот попробуем. Ну да, они стали в последнее время неаккуратные, когда Палыч продал свой бизнес и уехал создавать новый. Все поменялось, конечно, и цены подросли, и вкус изменился. Вот. Но это уже было довольно, наверное, уже года 3-4 прошло, как он продал свой бизнес. И назывался раньше «От Палыча», а теперь «У Палыча». Вроде как совершенно другая марка. Давайте его попробуем разрезать. Ай-ай-ай-ай-ай. Нет. Разрезать его не очень получается. Так. У нас внутри. А, внутри у нас получается какое-то типа мягенькое, наверное, что-то. А по бокам. Безе, что ли, это называется. Не знаю, как это называется правильно. Я уже очень-очень давно его не ела. Но оно мне всегда очень нравилось. Попробуем. Ну, восхитительно. Да, внутри находится крем, но его как-то по ощущениям довольно мало. То есть, когда было от Палыча, когда именно Палыч этим всем занимался, было гораздо вкуснее. И, насколько мне помнится, был еще сверху крем. Почему-то мне так кажется, потому что его было очень много. А пирожные были просто бесподобные. Сейчас его довольно вон мало. Здесь вот вообще его не видно почти. Что-то там вот шоколадное только вот мелькает. Видите, они неаккуратные такие. Не стараются готовить совсем. Вот она раскрывается. Давайте ее раскроем. Ну да, вот оно есть, что-то беленькое, мягенькое. Давайте попробуем еще вот тут вот. Хотя, конечно, вот он есть. Все равно мало, смотрите. Довольно мало, его было больше. Крем какой-то прям легкий, как, знаете, как пенка кофе. Как пенка кофе, он прям легенький, того гляди, растает. Прям его вот совсем мало.
Ну, в принципе, он сладкий, он очень вкусный. Да, я вам не сказала, насколько он сладкий. Давайте попробуем. Ну, тут, в принципе, на кусочке было как будто побольше крема. Именно вот этой вот пенки. Она очень мягкая, ароматная, мягенькая. И безе, оно довольно тоже, оно не сильно жесткое. Оно, то есть, жуется. А когда его кусаешь, оно рассыпается на мелкие кусочки. Это хорошо, потому что бывает иногда оно очень жестким. И не очень приятно есть становится. Оно такое рассыпчатое. Его удобно кушать. Вот, не приторное, просто сладкое. Также шоколад присутствует. Либо, может быть, какао здесь. Наверное, вот посыпано, не знаю, чем тут. Вот, также еще бывают меринги ореховые, по-моему, они что ли называются. Они чем-то за место шоколада, чем-то коричневым просто сверху посыпаны. Вот. Их я пробовала, но мне не понравились. Какие-то они не очень вкусные. К этим я как-то привыкла больше. Они как-то вкуснее для меня. Напишите в комментариях, нравятся ли вам меринги у Палыча. Вот, чем они вам нравятся, чем они вам не нравятся, в какую, может быть, цену в вашем городе. Может быть, я к вам приеду, куплю их, может, у вас подешевле. Вот, когда-то я прям была готова горы целые съесть этих мерингов. Когда-то они были безумно вкусными, красивыми, сочными, хотела сказать. Ну ладно. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь обязательно, тоже мне будет приятно, если вы подпишетесь. Вот, также смотрите мои другие ролики, мои влоги, кулинарные рецепты, их скоро станет еще больше. Вот, и всем пока-пока.